Так. Всем привет. Да-да-да. Ого-го. Оно почти уже пошло. Сейчас. Здорово, здорово. Как дела? Как чего? Сейчас. 5 зрителей. Чётенько. Лёня, привет. Блять, я сам только закончил с работы с последней там, блять. Челики. Меня просто решили изнести, наверное. Ну, слушай, с таким ником только ты. Извини. Извини, с таким ником только ты. Так, сейчас я настрою чат на телефоне. Что-то мне так неудобно. У меня в отдельное окно что-то не выводится. Так. Пуньк. Все. Чё разгоняться-то? Resident Evil Village уже доступ на нам с вами всем. Сейчас я ее запущу, чтобы она была уже в окне открыта. Кисюши, как дела? Чё почём? Чё зачем? Чё как, Макс? Чё почём? Куда донатить? Там внизу должно быть на странице моей, не на стриме, а на странице. Да, пока да. На странице должно быть там. Вот. Там поддержать стримера. Куда ты заходил в прошлый раз? Так, давайте мне сразу скажите это самое. Пабло. Русскую озвучку ставить субтитрами, либо я делаю, оставляю оригиналку и будем читать субтитры. Кто за что голосует. Мне, в принципе, русская озвучка немножко понравилась. Вроде бы она ничего такая. Ну давай, все. Самого главного критика мы выслушали. Так. Включаем субтитры. Да, продолжаем с этими настройками. Черный. Ты завязывай.
Надо же прочитать все договора еще тут. Да. Все, я понял, все. Я все понял. И то закрываю. Вот, в смысле, в принципе, одна из игр. Сейчас, 5 секунд, подождите. Сейчас, буквально. Донат улетел, это хорошо. Я потом посмотрю, чтобы знать, куда он улетел. Ну что, все, погнали. Тентер. Видео есть? Все есть? Ничего не сбилось у меня. Украшение енота. В игру добавлено следующее. Украшение енота. Набор для выживания. Окей. Посмотреть краткий пересказ событий Resident Evil 7. Рекомендуется тем, кто в нее не играл. Да погнали. Тут мало кто в нее, наверное, играл. Вот, поэтому... Имя? Я Итан. Итан Уинтерс. Прошло 3 года после событий в доме Бейкеров. Я искал свою жену, она пропала. Потом пришло письмо. Она просила приехать, и вот так я оказался в жуткой глуши. В Луизиане. Да, так вот бывает. Я узнал, что Мию держали в темном подвале. И конкретно наебали. Так вот, да. У нее помутился разум. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарство, вакцину, что-нибудь. И обитатели дома заразились. Да, такое Они бывает. Перестали быть людьми. Бабка это вообще, конечно. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Ее звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Потом пришел Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. Но сказали тебе, Итан, иди-ка ты работай. Этого хватит? Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Все кончено. Все да не все. Все да не все. Ну, собственно, приветствую вас. Меня зовут Александр Братон 1993. Подписывайтесь на мой канал. Дождались. Дождались мы с вами этой игры. Я ее очень ждал. Приобрел специально. Скажу так, после нулей я вчера очень сильно сдерживался, чтобы не посмотреть стримы у других игроков, потому что очень много пошло уже стримов, летсплеев, обзоров. Все так ждали эту громкую игру, что я сдержался, ничего не смотрел. Вот. Вместе с вами мы на этом канале проходили Resident Evil 6, я проходил Resident Evil 4,
Проходил оригинальный третий Resident, проходил код Веронику X. Да, не проходил второй в ремейке, не проходил третий в ремейке. После этого Резидента, наверное, я сделаю HD переиздание первого Резика, пройду. Потом мы, может быть, окунемся в оригиналы второй части. Именно в оригиналку. Хочу попробовать через эмулятор поиграть. Вот. Начать игру. Так. Бонусы. Видео. Ролики из вселенной Resident Evil. Воспоминания. Так, понятно, это мы только что смотрели. Это нам не интересно. Настройки. Сейчас я настроюсь. Так, вибрация геймпада. Единственное, что меня не очень понравилось в демке, точнее, что как-то очень быстро он пытается прицелиться. Автонаведение, ну что-то оно мне не очень помогло. Сейчас, сейчас, погоня, подожди. Он очень сильно мне мешал. 4,6... Так, 4,6, подожди. Что-то как-то это самое. Да, в принципе. Особо ни на что это не влияет. Грубо, звонкость, телевизор. Хе-хе, не-не-не-не. Все, начинаем, все, достали. Новая игра. Обычная. Поехали. Погнали. Погнали. Просто погнали. Никита, привет. Жуткая деревня. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Неожиданно. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. А вот так вот там. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови. Мы точно в Резидент играем, не? Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Сачка надо налить. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела. Мы точно в резик-то играем, не? Радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой.
Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла. Я тоже сначала подумал, что Гарри Поттер, но это игра. Извини. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Ты даров взяла сполна. Мия, ёпта. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Все, мать, не заводись. Это чё ты ночь? Параноик. Да не... Да как бы это ты прошлой игры пыталась убить нас. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. А ты хули будешь делать? Яйца высиживать, блядь. Скоро ужин. Скоро ужин, блядь. Ой, блядь. Мия, бля, пистая, нахуй. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ты так. Что-то сказал? Ничего, пошла. Сейчас уложу ее. Ничего не сказал, все. Так, осмотрелись. Идем. Давайте посмотрим дом-то хоть. Что тут? О! Тебе нормально? Кайфанешь? Смотри. Смотри мультики. Ладно. Спать так спать. Так, куда спать-то нести? Туда, наверное. Мать, куда спать-то нести? Наверх. Да, графончик четкий, на самом деле. Тише, тише. Мне кажется, даже... Я маме, что эта книга для тебя слишком страшна. Лучше, чем в демке, может быть. Но вот единственное, что мне не нравится по камере, вот когда именно с оружием. В демке мне не очень понравилось, потому что слишком быстро. Но играть я на геймпаде, поэтому, извините. Клавиатуре я в такие игры играть не могу. Так, явно это не твоя спальня. Пойдем дальше. Оп. Так. Так, явно нам, наверное, не сюда. Блять, ковры как в России, блять. Отвечаю вообще. Ты пухляшка такая, ничего такая. Почти пришли. Почти подогнали, да. Вот это? Ни хрена себе детская, блядь. А ты вот на этой большой одна спишь, да? Ага. А, не, во. О, нифига себе. О, хорош. Вот так, солнышко. Не волнуйся. Я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Конечно, папа, блядь, в прошлой игре тут просто бегал там. Одежда для Розы на завтра. А он еще не присаживается, да? Блин, что-то... Сейчас. Сейчас. Что-то вот это... Во. Хоть ряби нет, что-то рябит изображение. Так. Изучить. Давай изучим.
Мы с Мией опять поругались. Я случайно упомянул о том, что 3 года назад и Анна психанула. Мы наконец освоились на новом месте в Европе и будем растить розу. Но мне по-прежнему кажется, будто я не выбрался из этого ада в Луизиане. Ну, слушай, я после такого тоже бы, наверное, блядь, не ожил бы, нахуй. Чё это? Имя Розмари Уинтерс. Дата рождения 02.08.20. Рост 62, вес 7 килограмм почти. Слух, зрение, осязание, проверка реакции. Отклонение не выявлено. Пациент здоров. Прочие отметки БСЭ проведен. Дополнительный анализ на грибковые патогены. Мемориальная больница Аппельфельд, блядь. Все хорошо. Да, все... Все заебись. Любимая вещица розы. Оружие выживания, применение крупного калибра. Ты не параноик, если тебя хотят убить. Сука, я не дочитал. Крупнокалиберное оружие в бою. Автор кто? Джеффри Кендо. Это чё? О, тематика. А почитать-то можно? Ну, листай давай. Леон, не знаю, где Леон, будет ли он. Вот. На самом деле, посмотрев трейлер этой игры, я думаю, тут и без Леона будет все круто. Поэтому... Вот бы так продолжалось вечно. Да, было бы круто. Так, все, закончились фотки. Так. Все, пойдем к нашей психичке и мамашке. Что тут есть, что? Нет ничего, да? Так, а тут что? Можно? Что-нибудь не? Что-нибудь не? Не, нельзя? Да блять. Так, давай сходим, посмотрим, как у нас выглядит ебло. Что за зеркало? Почему вообще ничего в нем нет? Что это? Лекарствами и после инцидента она принимает его строго по графику. Так. Слушай, не знаю, будет ли Леон. Ничего не буду про это говорить, не в курсе. Никаких обзоров на эту игру не смотрел, стримов не смотрел, повторяюсь. Все для меня ново, поэтому все изучаем вместе с вами. Так. Здорово, мать! Еб твою мать. Хуя себе. Какие, блядь, голубчики, да, ленивые? Все хорошо? Да, она спит как младенец. Я-то там. Мия, кстати, по-моему, изменилась чуть-чуть, вам не кажется? Не трогай. Черт бы из-за. Как-то у нее внешность поменялась. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен. Внешность у нее все-таки чуть-чуть реально изменилась. Чуть-чуть. Может, повзрослела чуть-чуть. Ты зря так сильно волнуешься. 3 года все-таки прошло, да? Просто. Вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь... И таблетка от невроза, блядь. У нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и не, забыть волосы, про Луизиану? Не, волосы, по-моему, изменилось чуть-чуть. Может, ну, все-таки 3 года прошло. Просто не понимаю, должно же как-то все это так... меняться. Все. Мия! Ложись! Ложись, блядь. О, пизда руля. В смысле? Какого... Что это, блядь? Какого... Чего, блядь? Что это, нахуй? Будь что, блядь? Алло! Пиздец, что за хуйня? Так же все заебись началось. Что... Что это? Мия. Что? Боже. Кто? Что? Кто ты, блядь? Крис? Блядь, ты без... Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Блядь, что серьезно? Чего, блядь? Что нахуй? Иди! Слышь ты, блядь. Хуйло... блядь. Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Че такое?
Чё, Крис стал... Роза! Всё, уходите. Ну какого... Чё происходит? Какого лешего, скажите мне, пожалуйста, здесь происходит? Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Конечно, почувствовал, я же тебе отвечаю. Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Какая-то... Че происходит? Я должен ответить. Короче, я понял. Итан работает на Криса. Но вопрос. Какого хрена тут только что произошло? Мой маленький ангел. Это, наверное, так называется глава. Ух, зачесалось. Нет, ну какого черта? О боже. Это там кто-то обгорел? Кого-то убили. Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Да всем похуй, как бы, походу. Сука. Кого-то наебали. Черт. Опс, что это? Что тут случилось? Что тут случилось? Все по пизде случилось, дружище. Где мы вообще? Вот мы ехали и наконец приехали, да? Цель операции — устранить цель, доставить тело, забрать Розмари Уинтерса, Интера Уинтерса, доставить обоих Уинтерсов в пункт С для дальнейшего осмотра. Представить к ним хотя бы двоих охранников. И где они? Вот это? Дружище, что-то плохо выглядишь. Что-то можно залезть-то? Что-то есть, может, нет? Блять, ты хоть застрял-то? Я не пропускал, там закончилось. Нахуй. Как будто какой-то Outlast часть 2. Бегает там кто-то, блядь. Цветные хуеви. Да-да-да. Ну, без этого резик не резик, как говорится. Надо всегда устроить какую-то непонятную тему.
Главное скримов не словить, а то можно обкакаться. Так, куда идут и где дорога-то? Так. Ой, да ладно тебе, тебе в прошлый раз руку отрубили и ничего. Встать в положение сидя. Ага. Так. Пирс. Да какой пирс? Он уже... Чё это, блядь? Слышь, нахуй. Пирса никто не вернет. Ты точно? Однозначно. О! Это... То ли я такой маленький, то ли пиццы такие большие. Да и туда. Куда иду-то вообще нет? Вроде туда. Так, чё-то тут как-то очень много мертвых птиц. Чисто слишком. Фу. Бля, ты ёб твою мать, нахуй. Бля, ты дура, что ли, нахуй. Да завали. Пиздец. Что такое-то? Она что, передо мной до сих пор летает? Это ж голова заболела. Нельзя ж так пугать-то. Блять, ты-то кто? Ты как? Ты откуда отсюда прибежал вообще? Сквозь текстуру, что ли? Рыбёха. Опять что-то очень много ворон. Тут все помешаны на воронах. Алло, ку-ку. Так. Прочесали, так. Девятое февраля. Рассвет. Какой-то лес. Это был самый обычный вечер, но потом в дом ворвался Крис Редфилд и уничтожил нашу семью. Он забрал Розу, убил Мию у меня на глазах. Меня оглушили, и сейчас черная дея в каком-то лесу. Что происходит? У меня столько же вопросов, сколько и у тебя. Да, очень похоже на русскую глушь. Баночки тут всякие. Пивчанский стоит, однозначно. Чё это? Открыть. Открой. Чё интересно? О, гриб. Картошка? Картошечка, да. Это чё? Цветок засохший. Водичка. Пок, да? Понятно. Галоши. Кажется ли начало вам очень знаком? Дом. По-моему, это труп. Блять. Бабка ты, бабка. Ну
вот это вот очень реально знакомо. Может, не надо? Олень. Может, не надо? Лиса, сова. Здесь страшно. Вращай, чё? Ничего. Так. Блин, немецкий нахуй в рот. Чё это? Вот какие-то знаки, символы. Всё интересно. Да, помойка, конечно, нормальная. Надо, ну сейчас же что-то будет, да? Ты чё? Чё надо-то? Смотреть, да, не видно. Блядь. Сука. Да, может быть, где-то есть ли он, но... Скримаки меня доведут. И чё? Чё случилось? Что-то там наверху. Понятно, пошли. Сейчас, мне кажется, мы чё-то да... Чесночок. Сейчас мы что-то, мне кажется, отгребем там наверху однозначно. Олень. Ой, блядь. Это бегает, сука. Полдома разъебал тут. Чё это? Блядь. Ты нахуй. Да ладно тебе. Итан, это Леон. Может быть, да, в этой игре так. Мия, это Адалон, который сделал пластик. Кто это сделал? Да, только Аду вроде как не убивали, они в одной из игре. Из игр. А меня что-то пошла бородой. Может, правда, не до конца пошла бородой, но все-таки. Перелезаешь через препятствия, конечно, красавчик. Сейчас хоть светло, уже хорошо. Ну вот в оригинал двойки, пожалуй, да, потом поиграю с вами. Узнаем мы получше. О-о-о. Вот оно. Вот оно, самый главный пейзаж этой игры, блин. Черт, где я? В Трансильвании. Стопудово. Напоминает мне это что-то из фильма «Ван Хельсинг». Да. Да куда ты? О,
лошадка бедная. Бутылечки, бутыльки. Хераси. Это от кого такие? Вылупляется. Просто скажите мне, пожалуйста, блядь. Так, давайте мы все с вами осмотрим, потому что старый город Запад. Осмотрим с вами все, ибо... Блок. Все понятно. Картошечки. Кончики. Ну, чтобы играть в эту игру, Леонид, надо поиграть в седьмую, потому что это непосредственно ее продолжение. Чтобы понимать там персонажи, что за замуты, надо, конечно, в седьмую точно поиграть. Хотя можно в эту дверь? Нет? По-братски. Ну, в принципе, ни один резик, грубо говоря, друг друга не продолжает. Может быть, кроме первых частей. Потому что первая, вторая и третья связаны персонажами. И у них там что-то рассказывается. Четвертая вообще самостоятельная часть, она отдельно про Леона. Пятая, Крис там тоже со своей тематикой. То есть, в принципе, первые три, они основополагающие. Там какая-то балаклава, я хочу туда попасть. Так, что-то я не понял, что там было-то? Ну, слушай, я не увидел никаких отсылок в пятой части к четвертой. Там Крис поехал на какое-то свое задание. Может, они отошли? Да, в мир иной. Там Крис с чернокожей своей помощницей какой-то куда-то идут убивать Вескера. Но по факту... Они же никак не связаны с четвертой. Четвертая вообще самостоятельная часть, там где Леон спасает дочь президента. Все. Ну только если так. Ну по факту... тело. Ну слушай, вот в этой части может быть тот же вирус, что и блять, в седьмом. Не наебешь меня, нет. Я там не чувствовал ничего похожего. Потому что... А там... Итан, может мы включим фонарь? Ты не видишь, не пизды. Бывайте в русской деревне. Да-да-да. Что это? Не входить. Это ей, блядь. Ну ладно, не входить, не входить. Пойдем туда, куда можно войти. Сюда? Нет. Ладно. Нет, так нет. Где мы вообще? Так, тут нужна отмычка, тут нужен ключ. Кто-то заперся, облегчается, наверное. Да все это успевает раздолбаться.
Че это? Ничего. Блять, кто-то там выходил уже. Откуда это здесь игрушечки? Так. Старый город. Тут нам, скорее всего, придется возвращаться. Кто здесь? Действительно, кто здесь? Сейчас, 5 секунд. 5 секунд. Так, все, пойдем. Все смотрят. О, кто-то завел трактор. Не, вы пишите. Я чат на телефоне смотрю, потому что... Что второго случилось? Монитора нет. В отдельный экран у меня это не выводится. Поэтому эти вороны, тут... Что это? Козы? Козлы. Тут вообще бешеные люди живут. О! Савдеповский ковер. Чёткий. Макс. Чё ты подключился, нет? Заперто. Хозяин отсутствует. Логично вообще. Но нас это не устраивает. Так. Чё это? Заперто. Какой-то очкарик, да? Открой туалет. В смысле главный герой? Главный герой, вот он, я, вот тут, там, вот у меня ноги есть. Нога. А можно фонарь-то в этой игре включить вообще? Видно-то не очень. Вот ящик, хорошо, есть ящик. Можно сломать силой. Огонь, какой силы? У меня ничего нет вообще. Даже ножа. Что? О! Вот это... Да похуй вообще, давай. На нахуй. Лекарство. В этой игре он, кстати, то же самое делает, поливая на руку. Так что все у него хорошо. Все кряхтит, все рушится, падает, что-то чё происходит. Не-не-не, мы все обследуем, потому что можно что-то... Все просто убежали из дома? Здесь хотя бы супчик лучше, чем в 7-й части. Ну? И? И чего это? И куда это? А, может это в колодец надо теперь с ножом-то? Ну типа, может быть, он ножом сможет разбить эту тематику? Посмотрим, давай побежали. Черт! В смысле? Алло! Меня заперли, блядь. Что не есть хорошо. Готовимся.
так вот открывай. Блять. Нет, я свой. Свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Я что-то не понял, он чем холостым стрельнул в меня? Он не попал. О нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Дай мне ствол, мужик. Все, что есть. Бери! Бери! А вот и первая встреча, да, с ними? С этими пиздатами. Что здесь творится? Еще ты стреляешь? Ты что меня слышишь? Эй! Он услышал все. Что за... Опять меня глушанули, да? Ёб твою. Фига тут трупаков. Мертвец! Пиздец. Стоп! Тут еще! И не один. Вот, короче, что-то вот тут с этим прицелом, он как-то очень... Что-то, блин... Дедуля. Тебе что-то плохо, да? Ты тут не один, да? Капец. Это что? Что это? Господи боже! Пиздец. Да что за хрень тут творится? Да. О, сейчас прорисовались, по-моему, да, текстуры чуть-чуть. Вон там какой-то хренбан живой. Я ему опять руку грызу. Он ему вроде полруки, да, и потом. Черт! Что это, блядь, было? Интернет, ползай. А ну! Да ебашь его, блин. Как попал? Ой. Да, блядь. Пошел нахуй. А, ну автоприцел чуть-чуть помогает. Да я же его... Я тебя ударил. Пошел нахуй. Да куда ты? Да я же успел. Да перезаряди ты, блядь, свой шарман, сука. Сука, Итан, блядь. Ты меня, блядь, подводишь нахуй. Да отъебешься ты, нет? Меня, походу, сейчас меня убьют, блядь. Пиздец, первая хватка, блядь. Какого черта? Серьезно? Я тебя должен спросить, какого черта, блядь. Пиздос, нахуй. Блять, лекарство потратил. Но автонаведение, оно как-то убого работает. Как-то ловит его в каких-то моментах. Блять, ну это, конечно, пиздос. Болторез откроет мне все. Возьмем ножик, потому что он нам явно больше пригодится. А вот зачем нам болторез. Понял я, понял я. Труп. Здоровье. Как же ж так-то? Как же ж так? О, что это? О, это чтобы лекарство создавать, да? А я могу? У меня есть. А, у меня травы нет. Трава.
Я создал подмастерье. Это хорошо. Подмастерье, это хорошо. О, там есть семейный ход. Даже не знаю, ты играл еще пистолет. Держать, блядь, наготове, нахуй. Тут можно, блядь, открепсти нас. Нихуйски так. Ни с того, ни с сего. Там сверху опять кто-то, да? Ёпонский, я понял. Я понял. Можете забаррикадировать. А стоит ли? Может, все-таки не стоит? Реагент. Вороны. Твою мать. Пошел. Вздух. Я дверь забаррикадировал. А ему похуй, да? Он сейчас сюда зайдет. А можно выйти? Выпустите. А, ну ладно. Не, серьезно. Что надо сделать-то? Бежим. Ёбан. Куда деться-то? Так в смысле? Как вас убивать-то? Алло. Да я ж тебя, блядь, пошел на. Я ж тебя, сука. Да я ж тебя убью сейчас. Я же блок поставил, в смысле? Как мне их убить? Скажите мне, как мне их убивать? Как? Блядь, мне их, сука, убивать. Убил. Бабки. А можно выйти? Выпустите, суки. Это все? Хуй знает. Не-не, ножик эта тематика не очень. Рация за. Ой, тьфу, рация. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему. К дому Луизы. На краю поля. Выжившие? Выжившие, заебись. Может, мы вскроем что-нибудь? Или мы типа обратно пойдем? Давай обратно пойдем. Да ладно, блядь. Да ну нахуй. Куда бежать-то, блядь? Туда? Патронов-то нет.
Да ну нахуй. Пизду вас, пацаны. Пизду. Бежим, бежим. Итан, бежим, трава. Бежим, куда бежать, блядь, пизда. Патроны, блядь, пиздец. Сука. В смысле, сука, блядь, беги. Хуй знает куда, но беги. Что-то еще, какие-то детали, блядь, куда бежать. Блядь, пизда. Ты понимаешь, не сюда? А другого варианта нет, только сюда, блядь. Видишь, какой чё? А, все, я понял. Ты борода, ёпта. Беги, блядь. Ой, нихуя там, блядь, с твоими молотками, топорами, блядь. Ну вас нахуй. Блядь, да ну нахуй. Какие-то дробовые патроны. Пизду, закрой. Закрой её, нахуй. Все, пиздец, она мне отстреляться. Я не смогу. Да сколько можно? Я не знаю, сколько можно, но столько, наверное, и нужно. А самое главное, что куда? Отстань, блядь. Отстань, придурочный. Отстань, нахуй. Да я ж тебя, блядь, хочу в бочку стрельнуть, придурок. Стрельни, сука, в бочку. В бочку, блядь. На, нахуй. Получили говна кусок. Хрустальный череп, блядь. Это, блядь, хрустальный череп, нахуй, дайте мне патроны, блядь. Да ну вас... Даня, ну это нереально, у меня патронов столько нет, это борода вообще. Куда бежать, блядь? Да, сука, здесь бежать. Заперт, пизда. Чё? Может только если так? Только если так, походу, да? Только если так, блядь, некогда даже патроны крафтить. Блядь, куда бежать-то, блядь? Что это? Вот это что сейчас? Кто ты, блядь? Кто ты? Куда ты, блядь, за что ты? Ебал я уже. Куда бежать? Восстанавливай. Все, я заблудился. Я ни черта. Блять, не понимаю. Стой. У меня нет пороха, нет патронов. Все, нет борода. Борода, я скажу тебе да, беги. Просто беги, не знаю куда, просто беги. Вопрос только, куда бежать? Куда бежать? Куда бежать и что нам всем делать с этим? Пиздец. Да я же, блядь. Да бочки-то взрываются, бочек уже нет. Я так полагаю, надо попробовать побежать обратно. Где этот обратный проход? А вот это чё? Сюда. Бегу сюда, сюда бегу, без здоровья. В смысле не открывается? Вы чё, угораете, блядь? Да ну нахуй! Да беги, блядь! Беги это нахуй! Не, серьезно, мне их надо всех перепиздить, что ли? Это нереально. Здесь открывается. А хули толку от того, что здесь открывается? Не понимаю. Толк-то в чем? Толк-то в чем, блядь? Да в чем тут толк-то, блядь? Нет, это пиздец. Да я в баку вообще хочу. Все, мне нечего восстанавливать жизнь. Может, это, конечно, так и задумано вообще? Но это же нереально. Конницы, блядь. Да ну вас, чё, да ну, не, ну это нереально столько воевать, вы чё? Это же нереально столько бороться.
дружище, что ты плохо выглядишь? Прикинь, они бы столько тут выдали, да мне тут ни одного оружия не хватило бы вообще. Наверное, скрипт был, да. То бишь, по факту можно было столько и не тратить патронов, да? Итан, у тебя опять полруки нет, причем той же самой. Хе-хе-хе. Откуда ты взял что-то там? О, здорово, бабуля. Стой, стой! Бабуля. Да, везет ему на левую руку однозначно. Не оборачивайся. Так, ну чё, можно посмотреть, чё куда не успел забежать, в принципе. А, ну здесь я был. Здесь я был. Отсюда я вышел, туда я пришел, да? А вдруг что-то может где-то... Что-то может где-то что-то есть. Давай, откроем, типа, случай. Ага, все, пизда. Эту халупу я не успел обследовать до конца. О, видишь? Ржавая обломка. Что они есть? Так, все плохо, да? Тут вроде нет ничего. Можно теперь все спокойно посмотреть. Завис, понятно. Порох, все завис. Ну, хотя бы 15, да? Хотя бы давай тебе так. Вот. Вот он. Да. Ладно. Пока с ножом. Наконец-то есть дробовик. Где же вы были все? Ну конечно, в такой схватке драки тут точно нереально такое все обследовать. Так сразу что? Патроны, оружие, дробовик. Так. Этот пришел оттуда. Мы давай сходим с тобой сюда. А, оттуда мы пришли. Так, давайте посмотрим, откуда пришел великан. Там что-то есть? Ну, слушай, тут такая игра, я чувствую, что такие противники, которые умирают через три пизды, блядь, нам очень понадобится этот дробовик, причем сейчас. Что это? Заперто. Все позапирали. Есть что? Нет. Ладно, погнали. Погнали туда. Где эта дверь там? Туда, где бабка. О! Все, вообще огонь. Крафтимся по полной.
Вот это как-то надо открывать. Только как? Бабуля, ты что-то кряхтишь тут. И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. А ты? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут! Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом! То есть я зачистил ту территорию, тут туда свалило. Роза здесь? Поищите Розу. Вот с этого момента, грубо говоря, началась первая демка деревни. Вот. В принципе, мы все знаем, что здесь будет, поэтому... Может, что-то добавили? Потому что демки обычно, они все равно отличаются. Точнее, оригинал отличается от демо. Все с вами это сейчас позыркаем здесь. Реагент. Тогда я не помню, был ли здесь реагент. Так, ну здесь ничего не открыл. Вот сложно. Как разъебило ножом уже, блин. Железный ключ отметный, понятно. Очень много загадок. Очень много замков. Так. Посмотреть на карту. Ничего. Железная дева. Ага. Тумочка, лестница, тумочка, понятно. Да посмотрел я уже на карту, хоть она. Кстати, с другой стороны. Ну и слава богу. Нет, ну пейзажи красивые. Правда. Но Трансильвания одним словом. Не работает. Вот этого, кстати, не было в демке. Похоже, это углубление можно вставить в какой-то предмет. Похоже на то, да. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Документы. Документы. 9 февраля, раннее утро, площадь. Я нашел деревню на краю леса, но на одном из жителей набросился какой-то зверь и утащил его. Я отбился от этих тварей, а потом одна старуха сказала мне, что Роза где-то здесь. Я должен найти ее, пока эти твари до нее не добрались. Объявление. Козий оберег. Ну, собственно, понятно. Коти карту. Понятно. Откройтесь.
Ладно, пойдем туда. Давайте сходим туда, там вроде бы тоже было закрыто, но мы сейчас просто все отметим с вами на карте, чтобы дальше... Умеет. Чтобы дальше нам было проще, все эти закрытые места будут отображаться на карте. Соответственно, нам будет с вами проще. Так. Машинка для записи. Вот это круто. Прикольная машинка такая. Вот машинки это вообще извечная тема резидентов. Герб сделай. Взят. Понятно. Что это? Если в деревне случилась беда, отыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви. Другой в доме Луизы. А, ну все. Один нашел. Осталась Луиза. Серьезно? Ты сейчас серьезно? Уже что ли? Опять? Заебал. Нас нахуй. Бери патроны. Пизду. На-н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 а-
Да беги, блядь, Итан, и нахуй. Нихуя не вижу, блядь. Здорово. Пизду, пизду, пизду. Оу, привет. Привет, блядь. Только не убивай меня. Пожалуйста. Я только сохранился. Лечись. Итан, лечи, блядь. Сам себя лечи, блядь. Давай опробуем дробовик на них. Выходи, сука. А как тебе это? Нормально тебе? Ты еще живой, что ли? С кайфом тебе, блядь. А тебе, блядь. Куда ты? На, нахуй. Черепушки твои, пизда, блядь. Где? Где еще? Все? Порох. Это все? Все, что вы хотели мне предложить? Нет, видимо, не все. Ага. Пока, блядь. На. Потратил, все. Я ж тебе вроде башню снес, нет? Что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй, спокойно! Да в смысле? Я ничего не буду пропускать сейчас.
Сейчас. Да я сгоняю потом. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Луиза. Молчи, дочка. Он не отсюда. И чё? Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Отставить. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Отставить истерику, блядь. Укройтесь в доме Луизы. Так, мадама. Все нормально у вас тут? Так. Вот это мы пометим все. Монетки. Монетки напоминают четвертый резидент. И пятый тоже, соответственно. Порох. Не могу. Но могу сделать аптечку, да? Все, четко же. Реагент. Ку-ку. Так. Закрыто. Надо впустить этих двоих. А может не надо? Идем! Скорее! Скорей, скорей! Побыстрее ты не мог! Слышь, да дедок, радуйся, что вообще вас там не оставил. Такие все в этих играх благодарны вообще. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Не извиню. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Слушай, без понятия, ты ж сюда рвалась. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Ай! Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Не вижу препятствий вообще. Эй, кто-нибудь дома? Открывайте. Нужен знакомый голос. Луиза, никогда не открывает. Тихо, не ори, они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец. Юлиан, бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Слышь, ты не из убери. Деревни? Нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну? Раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь, я схожу к остальным. Заходит она. О, сохраночка еще одна, да? Давай на одну сохранимся, походу, так. Ну.
Я еще не дочитал, ты что-то быстро там договорилась. Это, короче, какие-то места, которые мы, скорее всего, посетим в этой игре. Луиза, они снова пробрались и унесли Скотт. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился, везде его обыскались, нужно... Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Матерь Миранда пошла в родовую. Однозначно. Как будто где-то видел уже. Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. Гандон. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Встречают. Здесь все, кто выжил? Как всегда. Из целой деревни? Пиздата. Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека. Тупая. Плакса, блять. И ты! Пустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Давай мы выйдем. Не выжить нам! Это, этих как тебя там? Всех убогих мать снаружи порвали в клочья. Давай ее. Ну а завтра? Да-да-да, бухни, успокойся. Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту. Ну, может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то... Он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Пиздит. Он скоро придет. Пиздит, пиздит. Помолимся. А Юлиан кто, не муж? За него. И за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Вместе, копыты в тесте. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Он сидит там, одинокого бухает. Взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пронить свет. В жизни и в смерти мы вас славим, мать Миранда. Чай. У них какой-то свой бог здесь, типа, или чё? Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что только творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Я кому все поставим. Вот это рубанул. Вот это все. Отец! Елена, стой! Назад! Отец, нет, отец. Отпусти! Отец, нам всем пиздец. Все. Он нас убьет! Бежим скорей! Лезик всегда жесток, как никогда, блядь. Отпусти! В этого по факту тоже можно стрелять. Отвали! Ой!
очень жаль, отец. Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Елена, мне всегда это кажется, что, что это где-то что-то там отдаленное от России есть. Все-таки, нет? Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Мать, не печалься, посмотри, у меня полруки нету, как обычно. Надо выбираться. А ты чё? Думала, тут так все легко. Дедушки нахуй. Так, быстро ищем. Быстро смотрим, быстро ищем, быстро лутаем. Да точно русский избил. Клянусь. Возьми отвертку с брелка, если понадобится. Понадобится, я так думаю. Перезарядим. Вот что-то такое, мне кажется, да. Там. Откуда-то оттуда. Ну, не думаю, что Румыния, но может быть Польша какая-нибудь. Может быть. Мать, мы уже горим. Черт, быстро разгорается. Погнали. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Ну, звук, типа, предмет взял какой-то, он там, типа... Помоги подняться. Ну, я и говорю, Помоги! Что-то. Надо выбираться. Мать, ты только что мне сказала, чтобы я тебя с собой не брал. А теперь ты уже готова. Теперь только наверх. Помогать мне. Быстро ты переобуваешься. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А ты нет. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся. Конечно. В порядке, блядь. Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить! Их там много! Эй! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет. В нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет! Отец мертв! Это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Полена! Как обычно, блядь. Когда пытаешься кого-то спасти. Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! У меня теперь другой. Давай руку! Твою мать! Ну все, чё?
Почему все вокруг умирают? Потому что Крис... Я ни хрена не понимаю. Начал опять не с того. Понимаю. Я тоже. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Ну, на самом деле так и есть. Если все вокруг тебя убирают, значит это Резик. Хотя в других частях я такого особо не помню. В других частях не было. Ну, хотя в третьей было, во второй было, да, много персонажей там всяких полегло. Какой у тебя замок? Стреляет. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Матерь Миранда только что убила. Кто это? Что это было? Матерь Миранда? Ну, бабуль, а бабуль. Бабуля, тебе вызвать Скворцова Степана или как там? Так, Лёня что-то там хотел посмотреть. Церковушку внутри, да? На. Смотри. О, какая-то шляга есть. Бабки, бабки. Вот это леди Димитреска. Это хуй пойми кто. Это матерь Миранда. Это не знаю кто. Кстати. Это вот это брат. Леди Димитреска, это не знаю кто, это Миранда, это Димитреска, а вот это тоже. Короче, двоих не знаю, троих знаю. Они, по идее, должны нам встретиться где-то в игре. Попытка сохранять. Бабульчик. Бабуленция. Ты чё? Тут, короче, останется, я так думаю, что по сюжету мы еще сюда. Нет, мужик в шляпе, это скорее всего не он. Хотя, может, забыл укладку сделать. Вообще не похож на него.
Так, что-то я не понял. Я как себя попал. Сюда. Перевоплощается. Не исключено. Не исключено. Вот так. Замок Эмитрес. Вот, на этом, короче, закончилась, по-моему, демка. Лишь кровь и смерть, да? На этом закончилась демка. У меня такое чувство, что сейчас что-то будет. Стопудово. Но раз можно вернуться в деревню, и скорее всего мы будем в нее возвращаться, потому что деревня нифига не маленькая, и очень много еще закрыто. Соответственно, локации здесь в принципе не маленькие. Интересные пещерки. Проходы нехилых размеров. Думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? Поэтому я тебя сейчас. А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранды будет очень довольна. Да молод ты, хрен с ним, тот-то больше был. Меня. Тот был больше меня. Это раз. Во-вторых. Это ее брат. Да не ной. Может Почти быть. Пришли. Я вообще сначала подумал, что это какой-то блудбор. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим в них кровь и наполним ею для вас бокалы. Что начнулся? Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? А можно меня отпустить, пожалуйста? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя. А его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая ответственность. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать.
Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого текста? Итан Уинтерс. Готовься. К чему готовиться-то? Ты чё? Ты, блядь, чё там? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Прыгай. 3, 2, 1. Начали! Чё начали-то, блядь? Я так полагаю, надо бежать. Господи боже! Я ебал. Беги! Беги или умрёшь! Ебать мой хуй, куда бежать, блядь? Молодец, Итан! Вот он, я ж тебе говорю, что это не он, нифига. Тут какой-то другой чудик. Тут очень реально другой чудик. Меня опять кто-то потащил. Меня сейчас по ебанку ударим. Вон о том или. Ты все еще жив? Твою мать. Но походу сейчас не буду, да? Или чего? Так. Хотя она поехала. Пошло-поехало. Так. Так. Ломай. Сука! Я... Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому... Мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал! Обожаю свежий фан! Обычная сложность. Нет, еще не умирал, но вот первый раз погиб. Что-то я не понял. 4 лорда деревни. А, господи боже! Опять заново. Беги, беги или умрешь! Это понятно, что я в рейде. Я что-то не понял, что там делать-то надо. Молодец, Итан! Да-да, здорово. Блин, если так просто начинать, так это чуть далековато. Вот она. Ты был прав. Обожаю свежий фарш по-американски. Ты был прав. Вроде же. Стоп. Разве у этих психов? Четверо владык. Монетки не успел подобрать. Слышь, ветер.
звук ветра. Прям веет четвертым резидентом вообще. То есть оружие у меня не забрали, когда меня ковали, да? Прикольно. Мне вот это не нравится. Мне кажется, это что-то сейчас... Пойдем на карачку. Это веет резиком 4-1, значит. Где я вообще? Это деревня. Это я где-то под замком, в замке. А, это вот я в начале, да? Теперь ты можешь нажать на рычаг. Давайте, может, сейчас без эксцессов. Ну, слушай, по дому Бейкеров нет, не исключаю, потому что дед меня там конкретно заколебал. Дед меня там просто заколебал. А, это мы так просто попали к замку. Это люди, да? В курсе, да? Что-то есть шаритина. Тут еще может что-то и быть. Блин. Надо быстренько все пробежать. Я бы еще что какие задачки. Да, этот. Как он? Как сына это звали? Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет о таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. А ты толстый, дружище. Замок не кажется мне знакомым. Не кажется. А, ну да. Сэр, для вас прибыл подарок. Подарок? Украшение енота. Украшение для дробовика. Надеюсь, эта штука вам придет. Покупать или установить его. Смешно. Подожди. Хватает ли вашему оружию мощности? Теперь я могу устанавливать улучшенные модификации. Ну вот скажите, зачем мне это? Ага. Четыре.
Я думаю, что надо еще подкопить. Че покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Да, общение с ними вполне обыкновенно. Это кейс. Кейс. Чемодан. Ну, это просто резик четвертый точно. Ладно, больше ничего не буду пока покупать. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Мне тоже. Очень бы хотелось что-то увидеть. Вот. Сейчас закроется, да? Падай уже. Ты же по-любому упадешь. Слушай, все равно 3 года прошло, отвык уже. 5 января Редник доставил одного мужчину 3 женщин. 28 января матерь Миранда встреча с госпожей Димитреску, герцог, деловые переговоры. 3 дочки Беллы, Кассандры и Даниэлла. Бачей. Какие-то ели, леи там. Вот, а в демке вот эта дверь была закрыта, теперь ты шаришь, откуда она ведет. И замок я начинал вот тут. Да, да, да. И замок мы начинали тут. Эта дверь, по-моему, была закрыта. А, здесь был герцог. Вот чё. Он на этом стуле сидел, да. Лабиринт Норштейна. Норштейн — искусный мастер 19 века. На родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн попросил 4 лабиринта, замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил с собой. Нечего туда пока положить. Слушайте, ну, я думаю, может, мы на этом закончим на сегодня. Да, хочется продолжить, но в эту игру можно играть, блядь, вечно нахуй. Попали в замок, думаю, что всем нам было довольно интересно. Можно продолжить завтра. Хотя завтра я буду поздно. Я могу. Постримить 9 числа. Вот.
Всем спасибо за внимание. Всем, кто подписался лайком, там еще что-то отдельное, спасибо. Спасибо и вам, мои дорогие друзья, за просмотр. Я думаю, что сейчас будет намного дальше серии интереснее, потому что, ну, первые они вводные, там все у них, как говорится, рассказы, истории, там предыстории. На этом моменте кончилась демка в замке. Но не на этом. Там дальше будет интереснее. Вот, там, мне кажется, больше экшончика, больше всяких приколюх будет. Вот, поэтому мы с вами, я думаю, завтра, послезавтра точно продолжу. Сообщу об этом дополнительно. Данное видео также будет залито на мой канал на YouTube. Однозначно. Все, всем спасибо за внимание. Пока, всем пока.